Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такую замечательную кофточку, которую я вязала из пряжи травка, комбинируя с полушерстяной пряжей, ализала на голд 800 метров в 100 граммах. Получилась достаточно симпатичная кофточка, вязала я на девочку 2,5 года. Видео я, к сожалению, не записывала, так как я понимала, что это бессмысленно вязать такой, скажем так, пряжей. В общем, достаточно пушистой, ничего не будет видно, и тем более красный оттенок. Вот. Но хочу сказать, что вяжется она достаточно легко, быстро и просто. Берете за основу обычный реглан, вяжете лицевой гладью, комбинируя травку с полушерстяной пряжей. На рукавчиках, там где у нас резиночки на горловине, снизу и на планках, я вязала ниточкой просто полушерстяной в 3 сложения. Использовала для резинки номер 4 спицы, для основного вязания 4,5. Получилось достаточно плотно, тепленько. Вот, в принципе, такую кофточку можно сделать абсолютно на любой возраст, в зависимости от возраста вы выбираете, допустим, кофточку любое видео и дополняете пряжей травка. Вот. Я вязала на девочку 2,5 годика, при этом у меня ушло 60 грамм ализала на голд 800 полушерстяной пряжи и где-то порядка 2 моточков с половиной пряжи травка. То есть, как на мой взгляд, получилось достаточно экономно, как для данного размера. Вот, и получилось в виде вот такой вот маленькой шубки. Украсила я обычной брошечкой. Вот, можно, конечно, было бы связать с капюшончиком, но, честно говоря, так пожелали, что именно как вот в виде шубки вариант не слишком длинный и в то же время без капюшона. То есть, вот так вот под брючки, наверное, скорее всего, или под какие-то красивые штанишки яркие тоже. Очень отлично даже будет смотреться. Шубку можно связать не обязательно в красном цвете. Можете выбрать на свой вкус, конечно же, опять же таки дополнить капюшончиком. Либо вязать, допустим, более удлиненную в виде такого вот удлиненного пальто. Ну, в принципе, тут уже зависит от вашего желания. Я надеюсь, что вам понравилось. И вы, конечно же, свяжете данный регланчик пряжей травка. Кому понравилось, обязательно лайкайте. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всем хорошего настроения. Пока-пока.